Всем привет! Вы на канале Heartless Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, где найти ваши избранные, любимые маски в Snapchat. Итак, открываем приложение Snapchat. Мы оказываемся на главной страничке, где мы сделаем фотографии и видео. Нам, чтобы посмотреть наши избранные маски, нам надо нажать на одну из предложенных масок, и далее у нас есть выбор для вас в тренде, внешность, но у нас есть галочка «Избранные», и здесь находятся все маски, которые вы лайкнули, то бишь добавили в «Избранные». Как добавить маски в «Избранные»? Например, выбрать любую маску, которая вам нравится, и нажать здесь «Лайк». После этого опять можем зайти в «Избранные». Сейчас прогрузится. Давайте покажем вам маски «Избранные». И видим, что маску, которую мы только что лайкнули, она добавилась в «Избранные». На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Heartless Info. До новых встреч!